Больш дыпламатаў, менш бар'ераў. Першае ў Беларусі ганаровае консульства Венгрыі адкрылася напярэдадні ў Брэсце. Гэта падзея стала чарговай прыступкай ў развіцці венгерска-беларускіх адносін. Якія задачы будзе выконваць ганаровае консульства? У рэпартажы Людмілы Салдзінай. Ганаровае консульства Венгрыі ў Брэсце атрымала прапіску на вуліцы Камсамольскай 6. Ва ўрачыстай цырымоніі яго адкрыцця прынялі ўдзел прадстаўнікі мясцовай улады дыпламатычных місій ў Брэсце пасольства Венгрыі ў Беларусі. Рашэнне аб адкрыцці ў горадзе над бугам ганаровага консульства было прынята на пасяджэнні міжурадавай беларуска-венгерскай камісіі, якое адбылося 10 кастрычніка ў Мінску. Як адзначыў пасол Венгрыі ў Беларусі Вільмаш Сіклавары, з'яўленне ганаровага дыппрадстаўніцтва стала магчымым дзякуючы пашырэнню супрацоўніцтва паміж двумя краинами. Товарооборот между нашими государствами растет. Это просто удивительно. В этом году ожидается 20%. И в прошлом году тоже был 20%. Знаете, мы 2 года тому назад выдали 13 тысяч визов. В этом году 23. Это означает, что больше, чем 80% рост. Ганаровым консулам Венгрыі ў Брэсце назначаны дырэктар прадпрыемства «Санта-Брэмар» Сяргей Нядбайлаў. Яго паўнамоцтвы будуць распаўсюджвацца на Брэсцкую і Гродзенскую вобласці. Постараюсь сделать все возможное для того, чтобы товарооборот между Брестской и Гродненской областями и Республикой Венгрии всегда был немножко выше, чем в общем по республике. На сегодняшний 2014 год ожидается в порядка 250 миллионов долларов оборот Брестской области с Республикой Венгрии. Развитие гандлёво-экономичных отношений не один и накерунок деятельности гонорового консульства. И оно будет содействовать и развитию культурных, спортивных, туристичных сувязей. Так уже есть задума открыть авиарейс с Бреста на Балатон. Больш тесные двубаковые отношения беспрешно будут корыстными для жыхароў Бреста, упэўнены кіраўнік городской улады Александр Рахачук. В чем заключается польза для города? Это развитие культурных и экономических контактов. Что такое экономический контакт? Вот сейчас же посол сам предложил, давайте сделаем чартер на Балатон. Что такое чартер из Бреста? Это загрузка нашего аэропорта, это возможные наши недорогие туристические туры и так далее. Поэтому мы от этих институтов почетных консульств в городе Бресте ждем отдачи. В самых ближайших планах удел венгерских предприемств у международной выставе «Брест-Содружность-2015». Есть надея, что выником этого станет заключение выгодных контрактов. Людмила Салдзіна, Александр Сівіцкі, обласныя навіны, Брэст.